Ну что, приветики. Не смогла я вам вчера записать свое впечатление после концерта, потому что у меня опух нос, и я вся расчувствовалась. А так, конечно, я была в полном восторге. Просто от того, что наслаждалась прекрасным голосом своей любимой певицы. И вообще, как можно не восхищаться Алишей? Она просто... Просто поразительный музыкант с необыкновенным тембром, какой-то необыкновенной мелодикой. Настолько необычную музыку она пишет, очень глубокую по своему содержанию. В общем, я... Сейчас опять нужно было... Короче, как вы поняли, записывать сторис для меня теперь не всегда просто. Поэтому, возможно, я чуть меньше буду их записывать. Вот. Но за эти несколько дней, помимо того, что открылся новый альбом моей любимой певицы, я еще собрала небольшой плейлист классных новых песен. Хотите, я с вами поделюсь. И еще из последних новостей приглашают поехать в Абу-Даби на Формулу-1. Но я как-то, наверное, все-таки склоняюсь уже немножко отдохнуть. Чилить. Не знаю, что думаете, ехать или уже угомониться. Но на самом деле тут час езды. С одной стороны, не так далеко, но с другой стороны, мне кажется, мне уже будет тяжеловато. Возможно, я уже просто отправлю туда мужа, а сама, наверное, отдохну.